В Петербурге прошел турнир по смешанным единоборствам М1 Челлендж. Его посвятили 15-летию этого вида спорта в России. Кстати, официальным в нашей стране его признали лишь в сентябре этого года. Посмотреть на выступления лучших бойцов нашей страны и мира собрались несколько тысяч зрителей. Но главным событием вечера стала схватка Александра Емельяненко и Джеффа Монсона по прозвищу «Снеговик». Американец хорошо знаком нашим любителям спорта. Емельяненко-старший у него выигрывал. Младший из братьев выступил не так успешно. Первый раунд противники провели на равных, но в концовке более активен был американец. А во второй части встречи «Снеговик» провел удушающий прием и победил досрочно. Сразу после проигрыша Александр Емельяненко вызвал Монсона на реванш.